Короче, сейчас я, походу, просто буду бомбить, потому что я уже дважды пыталась сделать трансляцию на YouTube, но какие-то индийские программеры, которые, видимо, занимаются этим поддержкой YouTube и, по крайней мере, написанием гайдов по тому, как это сделать, они это делают явно с какой-то своей индийской философией. Потому что я не знаю, в чем дело. Мне, видимо, помимо днищенского моего видеокодера, газировщика, который постоянно, блин, перегружается, которому постоянно, блин, даже если у меня там самое низкое качество ему много, так мне еще YouTube не желает видеть мои битрейты. Я их указываю, несколько раз указываю. Хуй там плавал. Не видит он этих битрейтов, не дает он мне нормально запустить трансляцию. Так что, увы и ах, я, видимо, буду существовать только в формате видео. Возможно, пока у меня не поменяется компьютер, потому что, видимо, ноутбук, который помнит, как я еще в школе училась, уже слишком старое дерьмо для того, чтобы на нем работать с видео. То есть со всем остальным, то есть с текстами, со звуком, со всем таким он работает более-менее ничего. А вот когда дело доходит до всяких стримов, ладно, с видео он еще ничего, я все-таки кое-что на нем монтировала, так что, ну, ничего так. Хотя вот я сейчас записываю себя на вебку, одновременно смотрю на экран своего компьютера, и у меня очень сильно подвисает изображение, очень сильно. Вот просто от слова совсем. Да, я же настолько нервничаю, что даже чешусь. Серьезно, я очень хочу сделать какой-нибудь интерактив. Я очень хочу сделать что-то, что, не знаю, смотрели. Только я вживую действую, не только я на видео говорю, потому что все-таки видео даже немножечко бомбящее. Хотя я сейчас еще не очень сильно проявляю свои негативные эмоции, потому что, ну, блин. Конечно, я недовольна, конечно, я обижена, конечно, я даже зла на то, что YouTube не хочет видеть меня в качестве такого транслятора почему-то. Я вот не знаю, что им не нравится с моими битрейтами, но YouTube мне посылает, что меня бесит, бесит. Похоже, как я уже сказала, буду существовать исключительно в формате видео, хотя мне интереснее делать трансляции. И на самом деле трансляции лично для меня делать проще, потому что я больше как-то люблю, уважаю и чаще действую через импровизацию. Потому что для видео это нужно писать или сценарий, или хотя бы какой-то план. Потом мало того, что снимать, так еще и обрабатывать. Нет, конечно, и обрабатывать это интересно, но интересно было бы сделать что-то вот в формате импровизации. Что у меня с завидной регулярностью не получается. Короче, не знаю. Буду как-то вот так, видимо, существовать. YouTube, как же он меня уже бесит. Не только меня, тех блогеров, кого я смотрю, он тоже частенько посылает. То им скручивает что-то, то им еще что-то делает. То у него вообще там баги лезут, как из рога изобилия, если задеть определенную тему. Ой, ну блин, это все равно обидно. Я все-таки старалась, как-то не знаю. Вроде поняла, как все это делать. Я поняла, в чем была моя ошибка с тем, что я установила слишком высокие битрейты. В итоге они совсем нищенские стоят, 450, и все равно. Ой, YouTube все не то. На компьютере все не то. Столбал, короче.